17 июня – День медицинского работника. Профессия врача всегда на особом счету. Люди в белых халатах каждый день спасают человеческие жизни. И это призвание. Профессию врача идут разные люди, вообще в медицину идут разные. Но те, которые хотят оказывать помощь все-таки пациенту и видеть полученный результат. Врачами, которые работают по призванию, по мнению и коллег, и пациентов 4-й городской больницы, можно назвать молодых докторов Николая и Анну Сапроновых. Они приехали в Нижний Тагил из Луганска. Ребята очень добрые, умные, любознательные. У них семья, двое детишек. Они уже полностью обосновались в городе Нижнем Тагиле. Николай Сапронов – анестезиолог и реаниматолог. Он заведует отделением реанимации, где лечат инфаркт миокарда и тяжелые инсульты. Каждый день на границе жизни и смерти. Проводит в среднем 15 высокотехнологичных операций за сутки. Начинал врачом скорой помощи в Луганске. Уходил в коммерцию. Но война в родном городе стала причиной начать жизнь с новой страницы. Поменять место жительства, пройти медицинскую переподготовку, вернуться в профессию и снова лечить людей. Наступил тот момент, когда я понимаю, что я нужен людям. То есть я прекрасно понимаю, что уже без каких-то моих где-то вмешательств, без каких-то моих вот взглядов трезвого, каких-то советов, там, каких-то обсуждений вместе с докторами, с своими коллегами, о пациентах, вот уже некоторым даже, не побоюсь этого слова, не жить. Результат своей работы Николай Сапронов видит каждый день. Пациенты выздоравливают. И сейчас встречают, вот буквально вчера и позавчера, встречают люди, которые поздоровались, выражали благодарность мне, очень приятно. И вот уже после таких событий я уже эту должность и вообще эту профессию покинуть не могу. Жена Николая Сапронова – Анна Сапронова, терапевт в поликлинике. Она – потомственный врач. Мои родители были врачи. С детства я видела эту работу. Ну, нравилось, как приходят пациенты, как мама и папа общаются с ним. Потом назначают какое-то лечение. Через время приходят эти пациенты, которые благодарны им, которым помогло это лечение. Ну и мне захотелось также быть полезной людям, тоже лечить людей. Анна Сапронова рассказывает, что они с мужем помогают друг другу. Два доктора говорит лучше, чем один, а значит, можно посоветоваться насчет диагноза и лечения. Поддержку готовы оказать в любое время и коллеги. Наша больница, мне кажется, она представляет собой коллектив очень собранных профессиональных людей, которые имеют единое такое призвание работать в медицине. И самое главное, что люди живут здесь на работе, живут этой медициной, живут своими пациентами, проблемами больницы, проблемами здравоохранения в целом. В День медика хочется пожелать всем врачам по призванию здоровья и успехов в их нелегком труде. Наталья Стрельцова, Павел Охотников, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.